Готовы жить без интернета? Да. Какое у вас образование, если не секрет? Техническое. Новые технологии, новинки, научно-популярные фильмы вы смотрите в интернете? Да. Если у вас не будет такой возможности? Ну, ничего в этом страшного такого, мне кажется, не будет. То, что так же все просто будут так же гулять, так же на дисках смотреть, если там что-то интересное. Так же по телевизору. Раньше с палками бегали, как-то без телефонов жили, и сейчас справимся. А как же современные информационные технологии? Телевизор, да, в принципе, его обхватило бы. По телевизору все показывают, в принципе. Все, что нужно, всю информацию, даже если что-то начнется такое, там, например, как война, все по телевизору объявят и покажут. Мы как-то жили без интернета всю жизнь. Ничего, выжили? В Советском Союзе это же было без интернета. Были и рабочие места. Без интернета как бы было бы лучше жить. А вот машину отремонтировать, говорят, подсматривают в интернет. Да, как бы я и без этого где могу. Инструменты всякие есть, для чего. Вы пользуетесь интернетом? Нет. Почему? Потому что нет денег. Я думаю, что давно уже нашей Российской Федерации нужно было отказываться от западного влияния, причем во всех сферах, и в сфере интернета тоже.